Освобождение из плена. На Сахалине сразу две касатки застряли на мелководье. Видео прислал наш гражданский корреспондент. Терпящих бедствия китов обнаружили рыбаки в районе села и попали в западню во время отлива. Люди пришли на помощь морским животным. 6 добровольцев за 2 часа освободили одну из касаток, а вот вторая оказалась слишком крупной. Но, к счастью, она смогла самостоятельно уйти на глубину, когда пришел утренний прилив. По всей видимости, это были взрослые особи со своим детенышем. Люди, бойтесь, если хотите, а вот мы вас не боимся. В Америке пара медвежат.